Хай, друзья, с вами Стивпро, и сегодня покажу мод на драконов для Майнкрафта Pocket Edition. После ссылки данного мода в нашем мире появляются драконы, на которых вы сможете полетать. Ну что ж, во-первых, вам понадобится заспавнить яйцо дракона, после чего, как заспавнили яйцо, вы должны тапнуть одним из блоков, поэтому, так сказать, яйцу, и у вас появится новое яичко, из которого уже будет вылупляться определенный малыш-дракон. Как видите, появился такой обсидиановый дракон, да, это очень прикольно. И что ж, во-первых, вы спросите, как его кормить, а кормить его надо тем же самым, чем и вы его сделали, то есть мы кормим его обсидианами, да, как-то это странно звучит, но все же это так, да, вы кормите тем самым блоком, но, к сожалению, в новой версии Майнкрафта пока что нету функции, так сказать, или нет поддержки полета на этих драконов. То есть полетать вы на них просто-напросто не сможете. Потому что это не позволяет сделать Белл Клаунчер. Ну что ж, давайте сделаем воздушного, или можно сказать, облачного дракончика. Подождем, когда он вырастет. Да, может быть, ваш дракон будет расти минуту, а может быть 5. Да, все зависит от того, как. Ну, я не знаю, что зависит, но просто зависит что-то. Вот, как видите, у нас появился уже облачный такой большой дракон, и полетать, к сожалению, на нем вы тоже не сможете. Опять же, нам придется ждать обновления нового блок-ланчера. Как выйти на блок-ланчер, так все заработает. То есть летать мы сможем, да. Ну, если вы, опять же, сделаете, ну, дракона, яйцо, кстати, находится там, и захотите его сделать, допустим, вот из палки, то есть у вас не получится. Дракон может быть только определенных видов. К примеру, из кровати он стоять тоже не может, из блока досок стоять он тоже не может. К примеру, наверное, многие хотели бы сделать дракона из лавы, но, к сожалению, лавового дракона тоже не бывает. Он может быть еще водяным, да. Водяным он запросто может быть. И, кстати, когда вы сделали яичко, то есть вы сделали дракона из какого-то предмета, это яичко вы можете удалить, но это ничего вам не даст. Да, почему-то он не улыбается, но все же, когда он появится, вы должны будете кормить его именно водой. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.